Я пытаюсь помочь. Да-да, знаю. Я должен быть мертв. Но какое везение. Я старее, чем грех, но еще жив. Все дело в Билли. Он заботится обо мне. Он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня, бедный идиот. Ты знаешь, что значит этот символ? Он предупреждает о наноопасности в микроскопических машинах. Этой технологии уже десятки лет, но мы ее так до конца и не освоили. Специалисты Мерков нашли, как обойти проблему. Смогли превратить клетки человеческого тела в нанофабрики, производить молекулы – естественная функция клеток. Но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал победу над плотью. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем, творить такие опасные вещи, используя безумцев. Останови его. Убей Билли. Уничтожь, что хранит ему жизнь, его анестезию. Исправь мою ошибку. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Мы уже добивались подобного.
Александр.